Алла Пугачева записала видео, обратившись к своим подписчикам. Знаменитость поделилась впечатлениями от презентации, на которой побывала. Ее дочь Кристина Арбакайте выпустила именной аромат парфюма. Пугачева рассказывала об эмоциях, сидя на диване в своем замке в деревне Грязь. Подписчикам представился шанс оценить, как выглядит их любимица в домашней обстановке. Она предстала с прямой укладкой и челкой-шторкой, практически без макияжа, нанесен только легкий блеск на губах, облаченная в спортивный костюм черного цвета. Шарма в образ привнесли кружевные манжеты на рукавах, которые эффектно обрамляли изящные кисти рук артистки.